Сытный и простой рецепт французских вафель перед вами. Думаю, вам очень понравится это блюдо. Сытные, сладкие и нежные вафли никого не оставят равнодушными. Устройте любимым завтрак по-французски. Это прекрасный вариант романтичного завтрака на двоих, хоть и не очень полезный, но зато аромат в процессе выпечки исходит изумительный. Так что будьте готовы к тому, что завтрак на двоих перерастет в завтрак на всех. Можете сразу готовить порцию побольше. Я расскажу, как приготовить французские вафли. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Смешаем сначала все сухие ингредиенты. Муку, сахар, разрыхлители, ванильный сахар, яичные белки отделяем от желтков, желтки добавим к муке и вместе с растопленным сливочным маслом и молоком перемешаем до однородности. 2. Белки взбиваем в миксере вместе с ванильным сахаром в пышную пену, добавим к тесту, перемешаем. 3. А теперь при помощи вафельницы выпекаем чудные вафли. 4. Вот и все. Выкладываем на тарелку и подаем. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Мука – 350 грамм. Масло сливочное – 100 грамм. Молоко – 200 грамм. Яйца – 5 штук. Сахар – 100 грамм. Разрыхлитель – 2 чайных ложки. Ванильный сахар 1 по вкусу. Количество порций 4-6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного дня!